Ефим Иванович, добрый день. Добрый день. Ефим Иванович, мы проводим такую вот акцию «Общественные слушания по Республике Молдова». Хотим знать мнение граждан относительно ситуации Молдовы, ситуации, связанной с тем, что Молдова находится на грани между миром и войной. Что вы об этом думаете? Я думаю, в принципе, то, что думает все население и здравомыслящие люди в Республике Молдова. Спросите кого-нибудь, он хочет войну или он хочет мира? Это вообще как-то, ну, вопрос парадоксальный, это самое. Конечно, все люди за мир. Все люди за мир. Я не знаю, почему. Значит, есть такое и движение, и позиция некоторых, в том числе и представителей руководства республики, которые, значит, толкают нашу республику, наше население, будем говорить, значит, к войне. Нам не нужно терять позицию нейтралитета в республике Молдова. Нам не нужно воевать ни с кем. А с кем мы можем, в принципе, воевать? С Румынией, несопоставимы, значит, наши силы. С Украиной несопоставимы. А с кем? С кем тогда мы это самое можем воевать? А к кому-то примкнуть тоже, это значит угробить своих детей, своих внуков там и так далее на этой войне. Поэтому я лично, вот, будучи представителем Республиканской организации ветеранов, мы обсуждаем неоднократно вот этот вопрос, значит, о положении в Молдове, и в частности по вопросам, значит, и нейтралитета, и войны, и мира. Поэтому я думаю, что кулуарные только кукольные вопросы и возмущения по этому вопросу они ни к чему не приведут. Нам нужно, значит, чтобы глаз народа, населения звучал все громче и громче против войны и за мир и нейтралитет Республики Молдова. Вот моя позиция, мое понятие этого вопроса.